Добрый вечер всем. У нас программа, она меньше всех, но она очень четкая и конкретная. Защита граждан от произвола микрокредитных организаций. Сегодня, чтобы вы понимали, это чистый рэкет с процентами, которые больше, чем у бандитов на рынке в начале 90-х. А сегодня у них есть, скажем так, легальная возможность просто грузить людей за деньги. Вот и вся ситуация. Максимальный кредит, который брался у нас в стране, и результат был 2800% годовых. Это сегодня говорит о том, что у нас на бумаге есть какой-то регламент, согласно которому должны быть какие-то лимиты. Но вы поймите, у нас дырявое все законодательство. У нас даже конституцию страны в течение всех этих 30 лет каждый политик использовал как хотел и насиловали некоторые как хотели. А везде в законе были бреши, потому что ни у кого не было интереса. Вы поймите, у нас страна, и мы платим с момента, как родились, до момента, пока мы умираем. Я предлагаю открыть региональные консалтинговые центры, куда человек сможет прийти, получить бесплатно консультацию. Куда необходимо и можно вложить сегодня деньги, например, конкретно грим про Каушаны. Где человеку объяснят, что не надо больше открывать парикмахерских там или автомоек, потому что их много. Но можно открыть пекарню. Или посоветуют другой бизнес, которого нет в городе. Это раз. И два. Самое важное. Люди бесплатно смогут получить консультацию, все, что связано с получением кредита. Вот эти региональные консалтинговые центры, они будут консультировать людей, которые хотят куда-то вложить деньги, что необходимо открыть в городе или в селе. И самое главное, по каждому банку они будут обязаны проконсультировать людей. У нас в Приморье работают украинцы, русские, я верю, специалисты. Голосуем за избирательный блок Рената Усатый. Мы – команда профессионалов. Сила в правде.